Можно начать, березка, не закончить. День назад был юбилей замечательной посадки горящего Ту-154 на поле, на грузовой рейс. Они везли сигареты домой в Россию. И вот Серега, в частности, совершил этот подвиг и посадил самолет на пашню. Сергей Осипов! Переходим к финальной части нашего замечательного праздника. Когда я писал эту песенку, она называлась «Исповедь списанного летчика». А потом автоматически из нее выпали несколько куплетов, потому что они удлиняли песню, она была очень длинная. Но у каждого из нас, к сожалению, наступает такой момент, когда приходится, как говорится, с женой в фильме «Срывать подковы», да? Такой вот тяжелый момент в жизни летчика. Когда старого коня выведут на скотобойню, чтобы он не пропадало добро, с него срывают подковы. Так и летчикам иногда приходится раз и навсегда расставаться со своей любимой профессией. А так как это единственное, что мы умеем делать в этой жизни, момент очень сложный, и далеко не все умеют его правильно и грамотно пережить. Кто-то сделал классный клип, выложил в YouTube, там он называется «Аэродромная березка». И все, и песня поменяла название. Теперь все говорят: «Березку давай! Давай аэродромную березку!» Я вначале делал вид, что не понимал, о чем разговор. Вы какую песню имеете в виду? Исповедь списана, потом понял, бесполезно. Да черт, пусть будет березка. И плавно она превратилась в наш день. Это говорит, кто там поет? Это Сергей, аэродромная березка. А, ну понятно, тогда я. Итак, аэродромная березка, заказ моего любимого штурмана. И поют все, кто хочет, знает. И может. Все, товарищи пилоты, точка отлетался по весне, и отныне все мои полеты будут продолжаться лишь во сне. Видно, стал я небу неугоден. Нет, конечно, что за разговор. В медицинской книжке врач не годен, вывел словно смертный приговор. Словно смертный приговор. Нет ни дни, ни месяц, ни годы, не летать мне больше наяву. Как и все российские пилоты, я с пенсией уборщицы живу. Вкалывал я не в подъездах в небе, жар пустынь познал и холод и льдов. И не думал о насущном хлебе, и к полетам был всегда готов. А за ангаром в тишине стоит не шумно, как не броско, и машет веточкой мне аэродромная березка. А за ангаром в тишине стоит не шумно, так не броско, и машет веточкой мне аэродромная березка, и машет веточкой мне аэродромная березка. Я летал и в Африку, и в Азию, ощущая важность этих дел. Побывал не дважды на Кавказе я, я в 32 годочка посидел. Было все, и взлеты, и падения, и под всадки в предрассветной мгле. Я забыл, что слово «воскресенье» означало отдых на земле. Я забыл, что слово «воскресенье» означало отдых на земле. И сегодня я готов к полетам, но врачи надежду схороня разлучили с небом, с самолетом, да без мечты оставили меня. Без мечты-то ладно, без работы где-то нужен списанный пилот. И кому нужны его заботы, где на что и как он сейчас живет, где на что и как он сейчас живет. А с рангаром в тишине и машет веточкой мне аэродромная березка. А за ангаром в тишине стоит не шумно, так не броско,
березка и машет веточкой мне аэродромная березка. Много лет нам сказку обещали, жизнь опять без страха и забот. Как обычно, нифига не дали, но надежда теплится, живет. Мне подачек мелочных не надо, и пустая мерзко болтовня. Самая высокая награда, если помнит родина меня. Самая высокая награда, если помнит родина меня. Аэродромная березка и машет веточкой мне аэродромная березка.